Кто? Зашел? Нет? Кто его кикнул? Да-да-да, все зашло. Зашел. Все, пуляйте по готовности. Да, Вуду. Вуду на русском напишешь и все, в ютубе, блять, в интернете найдешь. Вуду 335А и все. Спрыгнули быстро. Страхуйте кружок, быстро кто-то. Или бей. Ну вот. Рарник. Боди. Как... Ты как сказал, мы спрыгнули. Значит, Мадина, Ресы, Рарника, Синхан, Боди, Рогов, а Трэпа. Что-то все остальные живы. Поздно спрыгнули. Ну он как сказал, спрыгивайте, мы сразу спрыгнули. Но вы сами следите, если угля не появляется, значит спрыгивайте. Поздно спрыгнули. Жмите кнопочки. Лапку, каску, пристабав дали по ним. Вот, когда он летит на следующую платформу, там уголь появляется. И он по кругу, по часовой всегда летает. Четыре платформы. РДБ, Свич. А группа больше набирай, не просто беги. Хули ты просто бегаешь? Ты можешь бить и прыгать право-лево и назад, нахуй. Это хуйня. Вот агро набирай, вот. И дальше беги. Им сейчас другую платформу перебегать бить. И распрыжечкой, смотри на меня, вот так, право-лево прыгаешь, назад, право-лево, и одновременно в босса этого хуяришь. Тарелки, всю хуйню свою. Бани хопом, короче. И веди его, веди, еще веди. Вот, до флага. На следующую полетит, дальше проводишь. И дальше проводи. Вспоминаем музыку из 12, друзья. Скоро моб зашевелится, отойдите от него, РДД. В частности, Заломаныч, осторожно. Тут близко был. Так, следующая платформа. Новый уголек, родной, бежим пока. Иди за РДДшником сразу к первой платформе. А, классно, хиля. Че, реально, если че. Ебать пролагало. Так все перебегали. Как бы да. Вичнитесь. Звезду РДД. Че, оставь его, не веди, вот тут оставь его. Да дальше ведет. Что ты, блядь, не все правильно, советуешь? Все правильно, блядь. Веди дальше. Не стой нахуй. Ну, ладно. Да. Слушай только Войда нахуй. По части танкования. Там Рарника убил. Не это, меня Т4 убило. Гребаный. Нахер я его убил. Керу, срез его. Это что значит вообще? Как он себя убить могло? Так он вас агрон убило. Вставай. И уголь меня убил. А третью платформу его подводи. Ты вставай, блять, резай его, где он там нахуй? Где ты лежишь, блять?
Вверху. Иди и резай его быстрее. Быстрее, блядь. Быстрее, там уже другая платформа, два угля уже. Два угля, РДД, это для вас. Внимание. Это не для нас. Это для танка надо быстрее, как его. Ну я имею в виду, бить надо. И побыстрее. И того, и другого. Хуярите больше. Сейчас, блядь, третий вывалится. У вас, блядь. Каску, каску приставов дали, прорыв. И второго бьем. Третий скоро активируется. Отойдите от него. Отойдите, он активируется. И... Вот этого, но... Тычку в ебло даст, блядь, и упадете. Три БРа, нахуй, до второй фазы был. Это вот бываем следующую сразу начинаем. До лоу ХП одного доводить и оставлять. Там они не запутаются? Не запутаются. Я бы вообще хуй оставлял их, нахуй. Не знаю, что у тебя. Звездочку до лоу ХП доводите. Хватит, хватит его бить. Мелики спрыгнули вниз. Да еще побить. Там РДД переведут. Ты там жопу... А, вот. Не мог попасть. Можете он звездочку мелики побить. Да, можете звездочку побить, но наверх. Второго феникса до лоу ХП доводить. Блять, перейдете Алара или будет еще уголь нахуй? Я так понял, блять, да? Все, нормально. Сразу вниз прыгайте и... Я посмотрю сейчас, как нормально будет. Три моба, блять. Мелкого угля не добиваете. Они же, понимаешь, они... И Вадикон Иннер по бидону. Они когда умирают, они откидывают. Это большую проблему создает. Танки спиной к стене стоят. Все, РДД в углей, РДД в углей, добить углей. Да, добили лоу ХП. А того, что ты думаешь, не добьют? Там оба лоу ХП. Там Азека, хил. Хил танка. Забери Юля, забери Юля. И поле в Долоран, блядь, убегать нахуй. Проводи, да, Таль. Беги быстрее его. Хватит, не добивайте. Сбежались в мет. Не, пусть еще бьют. 500 тысяч оставят, тогда стоп. Все, тормозите. Тормозите, тормозите по углю, тормозите. Танком падает. Никуда не бежим. Водишь ведро. Нахиливайтесь. Сука, Продакс, ну кто тебя убил, нах? Керус, блядь. Я в ахуе просто с вас. С огня выходите или вы слепые совсем нахуй? У кого там БР еще есть? Вадикон. Равист, Вадикон. Значит, это Вадикона Продукса. Равист Керуса. Хватай Фрон. Блять, я не знаю, неисправимые люди. До лоу ХП доводите, угли. Говорю, сука, держите я одного под боссом. Нет, блять, они оба... оба не убить, не бить, не бить, хватит. Да не бить, не бить, в метку сбежали. Не бейте, не убейте углей, блять. Да нормально. Лапку, каску приступал. Дайте каску. Могу. Куда-то в ебеня упал. Да нормально, аккуратно с углями сейчас. Он на тотем еще агрится, оказывается. Дадите от тех. Юля, за... Полидринка, хил. Ревна. Полтинник отдашь, когда прожима не будет, скажешь, зубы дам. Просите зубы, не стесняйтесь. Калару подбегайте. Так-то свои еще есть. Ставные нам, ёбану. Да, не, вроде свои родные еще. Доводите до лоу ХП угли. Абдоты. Сбежали все в метку. Все, не убейте. Не убейте, блядь. Сейчас упадет босс, сразу свич. Отбежали от него все, быстро. О. Вот, один уголь на танке, не забирайте его. Пусть он там будет. Мы его кливаем. Ковыряйте лоу ХП, блядь. Или нет. Чё, сорвает агро или что, призыв? Как ты сдох-то, блядь? Сталка есть? Походу, да. А нахуй вы агро срываете? А. Можно аккуратней как-то? Пиш.
Или танки меча. Вот это что, блядь? Сложно. Не убейте угля. У стены не убейте сейчас. Блядь, ебать вы ту... Забей хуй, пускай он у них будет. Чё ты, блядь, дрочишься? Вроде Шреддер, чё, с лужи не выходим или чё, блядь? Поздно вышел. Раньше выходил. 20% уголь, не ауешните его. Сбежали все в метку. Сейчас, когда маленьких разберут, бидон тут темп ставишь. Уже быстрее сюда надо вести. Ставь тотем, бидон. Нахуй ты, продукс. Забери, забери, забери. Находишься рядом, блядь. Да ебать. Хуй пойми, что у людей в голове. Играйте, блядь. Если фулл хпшно бьют, блядь, фуллово. А ну, фуллово тоже бьют? Проводи. Нормально он стоит. Или ты про мелкий? Я про мелкий. А шо, когда нормально стоит? Сбежались в метку, по углям сыграли. Только не убейте. Доты эти там. Да, сука, уходи ты из-под босса. Ну что ты, сука, блядь? Ну как объяснить-то еще? Ну уходи ты из-под ебаного босса. Раль, выведи, выведи, выведи лол хпшного. Блядь, бидон нахуй. Р, КД спал, могу дать кому. Да, ты понимаешь, босс летит, из-под него два маленьких. Бидон, вот, ты отходить от него должен, блядь. Нету БР, блядь. Есть. У кого есть? А мораль там еще у Синхана есть. У кого есть? Его откинул мораль. У Синхана есть БР. Давай, бидон, резай в пятой патче. А резай? Он уже резал. Я резал его уже. Ёбаный в рот, нахуй. Еще раз, сука, повторяю, для тугих, нахуй. Босс падает сверху. И от него отойти надо. К нему бегут не только убейте, танки убей. И рога. Абдот эти, все в метку сбежали. Сверху забежали. Авилани, иннер, дайте, плюс. Если есть. Трави, Синхан, иннер, Авилани. Вот он упал вот туда. Танка. Вот видишь, два маленьких вышло нахуй. Их танки должны забирать нахуй. Великий, не подходите. Юля, забирай. Юля. Больше по углям, да? Сбежались в метку. Сыграли. Не убейте лоу хпшного там. Отбежали, отбежали от босса. Отошли, отошли. Прохил мора. Беги, беги к нам, да он улетел. Фридела шумпала. Один танч. Морально босса переключайся помогать, когда Хрюдрин будет. У Синхана Б. Синхан вела. Он только что же. Лапку каску пристав. Все нормально. Бидону дайте Инер. Инеравка. А че вот этот маленький летает здесь, гомосек, нахуй? Мораль. Проси. Дрочите что ли или че, блядь? Нет, там, видимо, просто сорвали его. Там софт танков возьмите. Сначала Заломаныч сорвал, потом его взял. Кто сорвал, похуй. Сбежались в метку все, сыграли по углям. И нора, вот если эти. Есть, бидону закиньте. Двух следующих КД, углей КД. Вы... Мадина по откату, 37 секунд. Отошли. Бидон, от... бидон. Пол хп уголь доиграли. Это, кстати, вроде последние угли можно по боссу потырять. Юля, забирай. Давай, давайте, абдот его. Можно Геру дать. Геру дайте, да, там, павка. Дал, дал, дал. Да, угля убейте быстро и сразу по боссу, только по боссу после угля.
Ну добейте, блядь, ну. Так ты не веди, блядь. Ты дот, блядь, кинуть не можешь, алло, блядь. Это кто говорит сейчас, блядь? Закройте рот, тихо. Ну, дот, Масяк говорит. Закрой рот. Всё. Блядь, Саня, ты его ведёшь, блядь, а РНЖ-то не хватает, нахуй, надо подходить-то постоянно, это... блядь. Ну так подойдите, блядь, алло, блядь, я не забрать. Вы не должны его так далеко вести, вы упираетесь в ту самую стену. Упирайтесь, когда только он взрывается. За они... вами РДД, дадите блядь, мне как... два куска. Бегут. Два куска мне дадите, буду делать, как скажете. Это все тихо, блядь. А тут-то не в двух кусках делать. Агро нихуя нет. Все, блядь, тихо, хватит, нахуй. Флут убейте, у него, во-первых, агра нету столько, вам говорили. Ну тяжело хули поделать, нахуй. Пока они да, у него РДД бьют, ты не понимаешь, ему надо просто встать и держать. Когда он лоу хпшный, он отбегает к стене. Все. Я знаю. И, блядь, он пробирает одним там, угол блядь, чтобы стену. Не собрать Алара, да, забрать да. Заломану, блядь, забрать Слока потом, это... блядь, и потом еще подходит. Я еще раз говорю. Это вина РДД. Я еще раз говорю, хватит. Контролирует свой агро. Да все, все, подождите, блядь. Вот убить. Кожа. Ровисту закину там, смотри, Invisible вроде нажимал. Еще напишите. А сколько у нас эти 77-е шмотки стоят? 25. Теперь можно их саму спекаться обратно. Сейчас на келе идем. Да. Да. Ну что там мне пока. Я отойду, чайник поставлю. Что-то мне подсказывает, что будет очень трудно. Надо хуйню пиздеть. Заебись будет. Ну дай бог. Зэмпсы. Передо мной... А, я догоняю, короче, уголь, блядь. Понимаю, что не успеваю, приходится блинкаться. Блинкаюсь, и в этот момент он взрывается. И глыба такая летит, и Слава такой, о, хули под углями стоим, думаю, заебись, нахуй прилетело, не за хуй собачий. Что бывает? Так, вот эта хуйня надо кому-то. Че, она РПБшная, что ли? О, нет, она НХ заебись. Он, деда. Он, кинешь там на ролл. Деда. Нету деда о. Никакого. Да есть, есть, и нет. Пизди, блядь, реально, нахуй старый, ты чё? Не, пизды. Так, Мадина уходит, да? Слава. Если это не про то, как убить Келя с двух траев, то я не слушаю. Плохо. Можешь идти. Ебать. Чё, Фила тут есть? А, нету. Ну, я бегу только. Я тут соло был. Призы спекнись на трэш там нахуй. Ну, людей. Да там бы... Обмен, надо не просто... Нравится. Надо просто такую хуйню, такая есть способность нахуй. Корни называются нахуй. На центурионов нахуй. Ты же массакра не помогла. А хули там, блядь, IQ если 0 нахуй. Хай не поможет. Не. Чё, пиздец, корни это ну, тяжелая хуйня, да? Сделать корни повешать на мобов. Ебать. Все побежали. Отойти от мобов тоже супер трудно, нахуй. А Мадина что, куда? Все уходит. Нам свято съесть вроде. А можно там, я хуй знает. Пизда, нахуй. Рот ебал, нахуй. Сейчас чекаю, нахуй. Кто не встал, сразу ГП 25 ледит. Тело быстро покинули, зашли в инст. Просто сходу, блядь. Кто АФК сейчас и не покидает тело ГП, блядь. Хукмастер. Ну не беги, умри. Нахуй вы убегаете? Закуманыч, хукмастер, заходите в инст, бежим все. Да только сдох, блядь. Я вообще в ахуе, блядь. 10 человек стоят, бьют, они лежат, смотрят, нахуй. Я тут упал. Мастер тела, покидай, беги. Если у вас нету, сука, способности загреть 4 моба, 2 центуриона дать корни и 2 убить моба, диспелить там, я не знаю, нахуя, вот вы тогда нужны, блядь, паладины вот эти, кто не диспелить, нихуя магию не может, нахуй. У вас нихуя нету, ни фреймов, нихуя. Как вы вообще играете, блядь?
вайп на трэше, нахуй, это ебать, пуги, сука, не вайпаются тут. У вас вообще, блядь, чувства собственного достоинства нету, нахуй. Вайп на трэше это самое тупое, что может быть, нахуй. Это как дорогу на красный свет переходить. Вы себе, блядь, хотя бы понимание какое-то состройте, блядь. Идут там с вами хилы, не идут, блядь. Или рассказать гайд, как мобов надо бить, блядь. Кого контролить, чем контролить. Сука, каждый РТ рассказываешь, блядь. Ставьте шкаф, ставлю рыбу, стойте тут, ничего не агрить. Жрём, блядь. Шкаф. Чек на ФК. На 25 ГП, блядь. Бидон отошёл. Писал что-то? Да, писал 5 минут. Призон хила. То еще хил есть. Если хила 3, блядь, призон не в хиле был, то это, блядь, надо пулить очень аккуратно. От вертушек отбегать. Тыкаем на смог. Подхиливать, значит, надо. Сова и лейм должны подхилить, помогать, блядь. Принимайте сумон. Пошли. Вот стоят мобы, нахуй. Объясняю, блядь. То, где там, блядь? Мы половину уже захуярили, блядь. Там патруль спускается. Вот. Это. Ждем патруль тогда. Отойдите назад, пускай патруль идет. Спуститесь. Пускай идет патруль. Я корни по звездочке дам. После как череп убьем там. Вот эти два моба. Вот, значит, черепку корни этого пидора бьем, блядь. Сбивается каз, значит, этой притяжкой. Только притяжка в корне не сработает, не собьет каз. Стунтите моба. Череп бьем. Быстрее патруль возвращается. Значит, по патрулю звездочку в одикон. И второй там есть, нахуй. Второй. Да, утро. Вот, нахуй. Кружок кто-то корни дайте. Отойдите, отходите. Сейчас он вихрь будет крутить. Милики, уйдите, уйдите, уйдите. Иди, Витя, давай, только быстрее. А чё, он уходит? Ну, ему отойти надо на минут 15-20. Эваха. Я написал на пробилку, я жду, пока зайдет. Ну, кружок начинаем бить. Звездочку продлить можно корни. Вот сейчас подойдет сюда он вниз, милики могут бить. Там этот Свято сидит еще. Заебись. Его надо добрать, еще кого-то. Да, систа не было. Я написал, я жду. Ну, Свято зашел, но ты отойдешь. Че, нет. Это трудно понять, да, что отойти надо или что, блядь? Как мастер, сколько ты играешь, блядь? Надо вот умереть, подойти в вихре в этом ебаном. Кирус, будешь редер, гомосек тоже похуй. Ну гомосек танк, да. Будешь редер. Я отбежал, он как крутить начал, что проблема. Поздно отбежал. Да не, я щитанул ты еще. Там ранжа у Центуриона ебанутая. Вот вот этих в первую очередь заливаем, бесполезных рыцарей, там, блядь, маг и вот этот, блядь. А Центуриона в корнях держим, в последнюю очередь убиваем. Потому что они вот эти вертушки крутят и все. Ну, сейчас вот этого центуриона ебанем. Звездочку корни. А, ну понятно. Ну починись. Там где-то починка есть. Ну или тут сейчас, блядь, джипсы поставят. Ну или там, где зона 52, вот этой хуйни. Блядь, не зона, а вот этот пустоверть. О, Леха зашел. Космоворот или как называется. Леха зашел. А, да? Заебись, это хорошо. Лёха, заходи. Иди, давай.
Сейчас будет вертушка, смотрите, милики, лучше это самое. Иди, чтобы быстрее вернуть. Или притяжку готовьте. О, нормально, притяжка. Леха, заходи. У тебя лутер есть там? Вроде я давал. А, он, да, есть. Есть. Только забери, да, еще раз. То есть, и ПГП нажал. Значит, мобы Центуриона Корни. Центурион рядом с маршалом танчит один танк. Остальные инквизитор и рыцарь, петушня вот это выводится в рейд. Их бьют милики, РДД бьют Центуриона Маршала. Мобов прочитали ники, да? Или что, или поставить? Вот маршал бьется рядом со звездочкой. Не в рейд ведется, а со звездочкой. Не в рейд. Он сейчас вертушку будет крутить. Милики не отойдут, умрут. Вот. А вот эту петушню наоборот в рейд. Блять, пожалуйста, можно квадратик? Сейчас, бля, объясню, блядь. Разойдитесь от Центуриона. Центуриона? Блять, а можно наоборот, нахуй? Ебать, как трудно это сделать, нахуй. Вот квадрат и треугольник должны прийти в рейд. К миликам. Их должны хуярить. А вот эта вся хуйня должна на РНЖ стоять. Наоборот, блять, местами их поменять надо. Это вообще какая-то залупа. Милики хуярят две метки, квадрат, треугольник сразу пачкой. РДДшники с вот этих бичей, которые вертушки крутят. Да куда? Вот, звезду и кружок надо вести в рейд сюда к нам, а тех двух петухов оставить там. Можно вот так сделать? Вот тех петухов сразу контролим, а то остальную петушню, звезду, кружок просто сюда видим. Блядь. Ну а кружок чё, можно, блядь, привести? Каз сбейте, чтобы он ходить начал, а то он, блядь, шкалека нахуй. Так, мы сейчас ждать будем по ханта, да? Ну, ну да. Там Лёха, пойди. Где он есть? Лёха, зайди. Надо очень. Да похуй, заходи, поебать. Веселее будет. Ну, типа, тут вариантов нет. Либо рот делаем до лучших времен. Зайди, потыкаешь кнопку на ДДшнике, на ком там, на Элеме. Чё, отойти никак, да? Тоже религия не позволила. Не понял. Со временем научит. Так, кого ты говоришь, мы сейчас ждем? Мадина ушел. МП Ханта, да? Подожди, он не в пати, что ли? МП Хант отошел, он портанул. Так.
Так, значит, дебаф. Вуду добавляй себе. У кого Вуду есть, открывать дебаф свое. Сейчас скажу название дебафа. Значит. Ты хочешь попытаться контролить? Значит, да. Значит, называется дебаф магическое разрушение. Добавляем себе. Меняем цвет, ставим звук. Значит, этот дебаф, этот баф вешается. Когда рога, будешь редер, берет кинжал. Кинжал один же берется, да? Вот. Да. Значит, берешь кинжал. И дальше твои действия. Ты это. Мобов это из четырех убиваем, а когда босс активируется, стопаешь дамаг, стоишь. Вот. Когда этих четырех будешь бить, я посмотрю по воду, он висит. Он, короче, вешается на 30 секунд. Вот. Вот, навешивается на 30 секунд. Смысл в том, что за 15 секунд до контроля тебе нужно побить Келя автоатакой, чтобы этот дебаф повешался. Вот мы это увидим. Вот. И он, значит, у него 5 стаков у этого дебафа. Ты можешь 5 людей вывести с контроля. Надо просто подойти, тыкнуть автоатакой. Вот. Вот это надо сделать. Надо отследить дебаф на нем. Если это будет срабатывать, то будем так делать. Если нет, то мы убивать. Вот сейчас так попробуем. Значит, еще раз. Теперь дополнительно. Хилов не контролим и не убиваем. Паладин, соответственно, бабл жмет. Шамана, ну, не трогаем, фиряем. Вот у нас есть локи. Не ауешим. Когда вообще контроль? За 5 секунд говорим. Ауе стопаем. Полностью вихри, лужи, всю хуету стопаем. Вот. Убивать будем... Хантов точно будем убивать. Потом кого? Блин, давай подумаем. Миликов разъебывать точно. Урги тогда говорил. Они все мельзоне. Миликов стопудово разъебываем. А вот РДДшников... начинаем. Ну, раз я ферну, по возможности, если рядом со мной будет. Так локи подключаются. Дают сразу фира, продают совцу, шаманы, жабу и так далее. Всю хуйню с паладина сразу станы сливают. Вары, чарши, свой фир тоже. Вот так делаем. Вот. И, соответственно, потом рога попробуют одного вывести. Хилов, напомню, пятая пати. Не это самое, не, скажи мне, блядь, не убиваем и не это самое. Ну, вихрь можно дать так, чтобы чисто их не зауешили. Ну, ауе стопы. Вот, контроль на людях длится 30 секунд. Вот. Баф называется магическое разрушение. Добавьте себе в воду дебаф свое. Добавляем. Звук пишем, цвет меняем. Там. Он будет появляться. Слава, то есть еще раз, вот эти, когда 4 моба мы убиваем, я лутаю оружие, босса не трогаю, да? Сначала 4 моба по очереди убиваем, потом появляется оружие, лутаешь оружие. Потом, ну это понятно, да. Воскрешают 4 моба одновременно, ты их бьешь, ничего не стопаешь, бьешь со всеми, бегаешь. Вот, ну смотри, от ромбика подальше будь, это, вот там цель каждые 10 секунд меняет. Вот, и потом вот, когда мы уже добиваем вторую, ну фаза скоро, кель вступит в бой, стопаешь дамаг, стоишь в сторонке, ждешь. Вот. Пока ты будешь вот эти 4 бить, я посмотрю Вуду, и если этот дебаф действительно на тебе будет 30 секунд висеть. Типа, просто видишь, в чем фишка. Мы когда били, никто этот дебаф, баф точнее, не отслеживал на роге. А вот он когда появляется, ты это 5000 даешь, и этот хуйня у тебя. Либо он срабатывает, стак скидывается, когда ты челика с контроля выбил, либо он еще вешает баф на плюс 5% урона от магии. Вот, он вешает по тем, кому кинжал это попадает. Либо по своим, либо по боссу тоже. Ну, в общем, 5 стаков там. И он 30 секунд висит. Тебе надо стопнуть дамаг, сделать так, чтобы баф, когда вот 15 секунд до контроля будет, сделать так, чтобы баф на тебе повис. Вот, он висит 30 секунд. Вот он повис, там через 10 секунд условно там появляются 3 челика в контроле. Допустим, один я там в контроле, вы меня не бьете, зафиряли. Один там, допустим, урги его убили, его резнут. И один на продакс, допустим. Вот, ну или не продукт, допустим, Вадикон. Вот, Вадикону дали эфир, ты подбегаешь к Вадикону, даешь тычку, он выходит с контроля. Если это будет так работать, то это будет основная вот, эта задача Роги. В общем, давай, посмотрим. Это чисто разок посмотреть, работает ли именно. Тактику лучше расскажи на босс. Тактика, нахуй, во время босса узнаете. Подохну сейчас, блядь, от первого. Никто не подохнет. На первой фазе. Босс... Босс, этот самый. Просто, кто не знает тактику, подальше от босса держитесь, который сейчас первый с топором оранжевым пойдет. Просто метров 30 от него держитесь, все. Остальное все увидите. 10 секунд, он каждую цель меняет. Так, значит,
Где у меня макрос надо сделать? Ой, сука, все. Ладно, хукмастер чуть позже накину. Так. Накинь ему 300, ну, хукмастеру 300 ЕП. Катушка тенишь. Короче, первая фаза, по одному будут выходить мобы. Сейчас метку поставлю. Так, Тилоникус тут. Первый выходит с топором, он рандомно выбирает цель. Он идет к этой цели. Если он дойдет, он вас в лоб уебет, и вы сдохнете сразу. Его просто кайтят, и его под конец его ХП надо отвести в ромбик. Вот в лиловую метку. Второй выходит лорд Сангвинан с щитом. Я его отведу в квадратик, он просто периодически фиряет. Все. Третий выходит баба. На том, на ком агро, у кого она в цели. Вот. От того набираете ренджу 10 метров. И вообще набираете ренджу. В миле к ней никто не подходит. В миле ее никто не бьет. Я бью только РДД. Вот. Если на кого-то там кинется огненный дебаф, от него надо отойти. Потому что от него АУЕшка огнем идет. И четвертый выходит старший инженер. Его Юля поставит в трусы. Он периодически кастует бомбу. Вам заанонсят. От этой бомбы надо отойти. Не отойдете, сразу сдохнете. Вторая фаза, выходит оружие, даете там секунд 5-6, пока танки наберут агро, потом заливаете. РДД сначала играют все в топор, потом все остальное заливается. Третья фаза, резаются все мобы одновременно. Сначала, опять же, сливаете топором, вот, кайтите его и заливаете. Перед мордой, когда он идет, тоже не стойте, он сало вешает, если вы мешаете ему идти к цели. Вот. Потом, когда доиграли моба с топором, милики идут, играют в квадратик, вот, а РДД идут на бабу. Бабу на третьей фазе держишь притон на себе, его хильте усилено. Опять же, что же, ренджу набираете, все. И потом, когда доиграете в бабу, РДД переключаются трусы, и милики добьют квадратик, тоже придут, помогут. Четвертая фаза, выходит сам кель. Тут самое главное, будет контроль. На контроле вам озвучили, что делать. И будет на полу огненные бомбы. С этих огненных бомб, они как огненная метка такая под ногами, сразу моментально надо выходить, не выйдите, сдохните. Вот. И будут появляться фениксы. Фениксы держат офф-танк, к ним тоже не подходите. На перифазе фениксов дольем, от лоу хп фениксов отходите, они взрываются, откидывают. И пятая фаза начинается с 50% келя. Вот, кель будет в центре, все то же самое, только не будет контроля, и периодически он будет всех подбрасывать в воздух. Когда вас подбросило в воздух, набираете ренджу друг от друга, милики съебутся в ебеня, они все равно бить не могут, РДД играют по нему. Ренджу набираете, вот, и смотрите, когда вы в воздухе, надо держаться и не сильно высоко, и не сильно низко, и перед падением спускаетесь пониже. Только не спускайтесь в самый низ, потому что у вас опять подбросит потолок. Ну и все, в принципе. Так, теперь дополняю. Значит, оружие, когда появляется. Кто у нас тут первый раз, еще раз плюсаните? Мадины вроде нету. Взятые. Сейчас я тебе объясню. Там будешь лутать посох такой. Посох, короче, будешь лутать, увидишь, нахуй.
после распыления. Его оденешь и себя в цель выберешь, и на себя нажмешь. Он, вокруг тебя аура 30 метров будет, которая предотвращает потерю контроля над персонажем. Вот. Значит, ну и там, соответственно, это. Кто там еще, кроме взятого? Все остальные знают. Керу, знаешь? Ты тут нихуя не одеваешь, кот нихуя не одевает. Этот самый хилый бидон, братан, не забудь. Вселенский вдохновитель одеваешь вместо ванира, обязательно. И одеваешь щит, обязательно, щит одеваешь. И ставь, сейчас себе ставь макрос и делай, или потом, когда время будет. Я тебе говорю, сейчас ты будешь одевать, потому что эта хуйня 50% снижает дамаг от магии, которая здесь есть. Это, говорю, в обязательном порядке надо делать. Если вы пришли сюда, нихуя не читали, ни тактики, нихуя, я вам говорю, я за вас все это читал, одевают все хилы этот вселенский вдохновитель. А Вилани то же самое. То есть вселенский вдохновитель вместо... Я всегда его одевал. Вот, и щит обязательно, бидон. Пожалуйста, делай это. Потому что минус 50% урона, это сильнее Волонира, блядь. Вот. А щит снимает этот фир. Значит, этот самый... Снимает фир. Этот самый притон. Также танчишь эту бабу, когда все четыре одновременно резаются. Ну, где-то везде примерно. Я сказал. Сейчас трай дадим, посмотрим, кто меньше всего дает, и поменяем. Принимайте готовность. И сейчас все наберите РНЖу, подальше стойте от Паладрада. Рарник. Милики там, ну, в принципе, Рарник, Лингрен, Гамазек, Хукмастер, они все знают, лутайте топор. Блять, Рарник, ты тут? Запускаю. Взятые. Ты первый раз от ромбика будь на 30 метров. Можешь даже не бить, просто смотри. Его просто катят. Ромбик вести в сторону ромбика. Он должен умереть в ромбике. Не в центре, не на ступеньках. Или близко к нему. Да, метров 15 и не дальше. Керус, беги. Мили, Керус, беги. Цель он меняет каждые 10 секунд. 5 секунд побили, отбегаем. Отбегаем. Порги. Вот. Он дает пинок там метров 20 раньше пинка. То есть пинок под задницу дает. Вот цель это поменял. Видите его туда. В сторону ромбика. Милики, уже отходим. А продакт. Следующий квадрат. Смотрите, агру не сорвите. Рарник, блядь, постой. Кто-то что-то почесал, да? Носом шмы. Баба, внимание. Никто, милики не подходят. Никто не бьет. РДД стоим на рейнже 10 метров. На рейнже стоим. Бьем и стоим на рейнже. Милики, съебитесь, раньше не нарушайте. А то мы не успеем захилить, нас трое хилов. Лёха, отойди. Миликам похуй. Вообще, можно в другой конец комнаты будет бежать. На бабе. Лёха. Какой Лёха? Порги РНЖу наберите. А как это назвать? Ладно. Очень интересно. Так, давай. Сейчас Телоникус выходит. Милики, сначала не подходим. Ждем 5 секунд. Он через 5 секунд бомбу кинет. 7. Да, бомба 6, 5 секунд. 5. 4. Отошли, милики. Милики, сиба. Отошли.
Это, Юля, не води так. В сторону рейда. Туда, где миликов нет. Сейчас даете набрать агро танком. РДД в топоры играют. Со ступенек ушли все назад. Ушли со ступенек. И на пулу дайте в полит. Три на пулу на хлидринка. РДД в череп играем, РДД. Не смотрите в пачке там, когда вы ей играете, не срите агро. Мобы вот эти, оружие, оно станется, фиряется, дается стан им, дается сало. Все дебафы действуют. Вы же можете раздать сало. Пол один, ой, стан. Все быстро добиваем и лутаем оружие. И одевайте на себя. Да, в сумке одевайте. Я под квадратик поставил тотем трип. Милики, бегайте, кайфуйте. 5000 спадаем. До фазы 53 секунды. Расстановка. Покоситесь там. Расстановка в четверти комнаты, где находится ромбик. Рога помимо кинжала еще лук может брать. Да, много. Для статов. Так, сейчас я смотрю за тобой, если дебаф повешается пока. Ну, должен прокнуть с пула. Я его вижу. Расстановка по кайфу. В первую очередь видишь. Заливается ромбик. Не забывайте, там бегать. Вероятность. Бегайте заранее. Вероятность прока, да, но когда он повешался, uh-huh. Прок. Надо, чтобы именно прок был в момент, когда люди в контроле. Вот в этом вся проблема. Щит, бидон, либо когда ты смотришь, что ты сейчас сдохнешь, либо... Когда феникс появляется. Когда появляется феникс, сразу нажимаешь. Там 4 секунды, абсорб 100 тысяч. Никогда не сдохнешь на фениксе. И фаза. Там тоже, да, уменьшается? Фаза пошла. То есть мне достойно херить там его. Керус, в чем проблема? Схильте его. Пизда нахуй. Сука, блять. Ну, наверное, не знал, что милики, наверное, не бьют. Они бьют, блять, но не отбегают. Сука, объясняли их, блять. Уши нассать, нахуй. Резайте быстрее, МБ, откатится БР. Синхан, резай Керуса. Ты, блядь, думал, Берсей не откатится. Зависло. Я в ахуе, блядь, второй нахуй. Ебать. Падай, нахуй. Вы бараны совсем? Он уже БР отдал, нахуй. И еще, блядь, тебе упал. Падаем. Че смешного, я не понимаю. Че смешного? Истерически. Ну там да, там вот этот фриз был, когда консилятор упал. Хуёво. Не хилить никого. Этот треугольник подведи и встаньте все ему под ноги, чтобы он бомбой убил. Нет, Диана, или есть? Да, можно. До фазы скиллем никто не должен дохнуть. Так, замену сейчас сделаем. Блять, и кого заменить? Керуса. Да ебанись нахуй, это друид, блять. Ну, она богаша. Даже взятого меняю, у него все равно ДПС 0. Ну, он демон, 500 СПД давай, дает выкину. Всему рейду, блядь. Притон спекнется в демон. Притон еще есть. Тогда уже проще гомосека свечить. Ну да, он меньше дает. Разве он не в танке? Нет.
Ну, тем... ну он тоже паладин, который может забаблить. Но можно и гамазека поменять, он вон как танки дамажит. Ну, Локи и СС могут на себя закидывать. Насчет СС, кстати, я забыл сказать. Готов. Притон всегда по Вадикону, а взятый всегда по Рависту кидайте. Нет, нахуй, надо твой БР, блять. БР очень ценный. Вот я, вот я в ряды. Гомосек, Лингрен. Не понял, еще раз пиздани, что ты сказал. Говорю, вот у тебя варианты. Гомосек, Лингрен. Спокойно, вот можешь вот этих двух менять. Взятый. Вот, гомосек, Лингрен. Блять, я бы поменял взятого. А Лингрен может зайти на Элема побить? На Элеме больше будет профита. Или тебе что-то надо лутануть на танка тут? Пухи свои оденьте. Вот, чтобы я друида-инвалида взял, гомосека свичнул. Друид-инвалид нас совсем побьет. Это плюс, плюс РДД. Минус милик. И еще с Лингрен бы зашел. А может лучше призана в ДД, а друид-инвалида в хила? Призан и так в ДД, мы в 3 хила идем. А, он в ДД? Он в ДД. Тут не надо 4 хила. Я иду. Ну вот, 5 друидов, уже побольше БРов, нормально. Блять, вот если Лингрен еще на Элема пойдет. Зайдет, нет? Вместо кого ты в итоге? Вместо гомосека взял? Угу. Ну он РДД, блять, он больше даст. И БР, блять. Гомосека, ну... Посмотри, рарника, дамаг и гомосека, блять, с неба и земля. Ну, про Лингрена то же самое можно сказать. Лингрена я прошу на этого зайти, на Лема. Если зайдет, будет вообще мощно. Тысяч 7 еще сверху добавится. МПХан зашел? Да, заходит. Блять, рогу можно свичнуть сразу. Тоже очень мало дамага. Похуй на это даггер. Но надо убивать. И Лингрен это. Я написал, не знаю, сейчас ответит, нет. Перезаходит. Заходит? Перезаходит. А вот вижу, вылетел. Гомосек, боди, портуйтесь. Тоже. Ну хули, типа без всяких претензий, все, можете сыграть, просто, ну, шкаф дайте, шансов дайте. Мало, шансы падают, надо больше шансов. Дайте шкаф. И портал Долоран Продукс. Стрим вроде есть, DC можете посмотреть. Так, Хант остался. Так, а что у нас? Где там дроид нули? Я в Дусгумана. МПХан тут. Призыв начал ждите от это. Ставлю рыбу. С этого трая убьем и заебись будет. Ага, главное, чтобы сейчас Леху не выкинуло. Защита Сируса ебаная. Типа подозрительный экран? Да не должно. Подозрительного места. Ну, по идее, не должно, но у них есть такой прикол.
он. Походу там не Лёха. Какой-то левый тим в баре с Лёхиного ноутбука просто сейчас зашёл. Андрюха, ты вместо него. Всё, давайте это самое. Андрюха. Или это он просто просят? Да ладно, зовите его Лёха, он не обидится. Рарник, Заломаныч, прием. Работаем. Ой, блядь. Заломаныч. Я бы тоже еще бахнул. Заломаныч, а? Т5 выпало. Три куска. Класс, крышка. Ну, все готовы, запускаю. То я знаю, то ты просто в фласке не раздавал, Клава, вот и дохнул. ССы, значит, напомню, взятые на рависта всегда, притонного дикона всегда. Первые БР просим с Синхана и с Керуса. Самый славный по ДПС и Кот. Ну, остальные три Дурит и Нурит, Дикон, Равист в самом конце. Меня, если возьмут контроль, меня не убивайте нахуй. Потому что это бесполезно. Почему? Потому что я не убью никого. Хила нельзя убивать. Ну да. Но там АУЕшка будет, может залететь. Я сказал АУЕшке стопать. Это не трудно. Угу. Стопнуть вихри и лужи стопнуть. Синхан, беги. Синхан, беги. Да. Синхан, когда все четыре резнутся, то так не бегай близко. Я тебе сказал, 30 метров от него, от ромбика, вот этого мужика с топором оранжевым. Даже если ты дамаг свой потеряешь, 30 метров, блядь, отбеги и только тогда бей. Нам не нужны смерти вот эти бесполезные. Вы, кстати, как пухи свои одели? Пухи свои, смотрите, блядь, чтобы на вас было одето, блядь. Потому что оранжевые исчезают. Исчезают при новом пуле. При запуске босса, да, исчезают. Баба идет на Водикону. Строже. Так, ребята, вы трусы свои одели? Все, давайте без приколов. Кот, съебись отсюда, да, я тут постою, блядь. Сейчас заблюем еще. Короче, не дотягиваюсь, фолидринка там. Тут посчитаю, если что. Да, блять, милики стоят, блядь, около босса, их из-за этого хуя. Рарник по лбу хочет, видимо, получить, блядь. Телоник. Хэлло, хильте. Отошли милики. Милики, 5 секунд бомба. 3. Съебались милики. Со ступенек уходим. Маги, вся вот эта вот хуйня. Да, сейчас сначала дадут на пул 5 секунд, потом бить. Ждем 10 секунд, со ступенек ушли вниз. Вот это параша в рейд идет, заберите обратно. Они станятся, филятся, все делается с этими пухами. Контрольте их, переигрывайте. Вот это хуйню я здесь пойду сейчас. О, промах, нахуй, я понял. Точно не спальтесь, а не стойте нахуй столбом. Лутаем путь. Ту хуйню лутаем. Одевайте. Выстави бидон, пока время есть, вот этот фазовый плот, на удобную себе кнопку. Я все пухи золота, вообще все пока нашел. Какая пух. Же хуйня. Да, ничего страшного. Его разбили.
Там еще 45 секунд. Так, ССики висят на вас. Там висит. На водиконе нет. Йо, Притон, на мне нет. Я его закину потом, позже. Можешь сейчас закидывать. На этой фазе. Ну то вдруг кто знает, топор ебанет его. Закидывай, откатайся. То вдруг лайк будет еще. Все, соберитесь нахуй. Никогда сложно, просто по сейвове играйте. 20 секунд до фаза. Там... В сторону квадрата не вставайте, РДД. Вот сюда вставайте. Пидора топором съебались все. А то он фернет вас, вы не успеете отбежать от ромбика, он вас разъебет. Да, он фир дает очень долго после начала фаза. Там 30 секунд до фира. И РДД, когда будете пробегать на бабу, обдот идти с Ангвинара. На холи дрин трейд. Да вообще мне похуй, пусть идет сюда, разъебу. Керус, не попадись, сука, второй раз, прожми какую-то залупу, чтоб ты не сдох, захилите его нахуй, почему у него пол хп, блять? Дотка там тикает. Он опнул, все нормально. Сука, у меня шачко горит. Почему нельзя отойти от моба, блядь? Ты говоришь, как будто это что-то новое. Милики в квадрате бьют. РДД на бабу. От ДЦшника рейндж возьмите. ДЦшника не заблюйте. Вот я тут на ступенечке стою. Рудринка, поднимите. Кто там? Хил есть какой-то? Тебя хилит кто-то? Это далеко. Там вроде как. Все, серьезно, и наши. Хули смешного. Да заебал он игрушки кидать на меня, сука, пидор. Так, вот так. Сильнее, сильнее башим, сука. Разбираем, блядь, по полочкам. Там ревность не прокнуть, скажешь. Так, все. На инженера, да, только бомбу быстренько, отследите бомбу, когда будет. Бомба, 7 секунд. 7 секунд. Отошли заранее, отойдите лучше нахуй, съебитесь. Милики съебались. И бомбу потом добьем. До фазы еще минуту нахуй. 30 секунд, 40. Все, хверьте. Один слямов, все хверьте. Юля, поближе к боссу подготовь. Ты босса вроде ловишь. Холидринг Феникс. Так, что, когда Кель вступит в бой, Геру даем. Готовимся. Бомба съебались, 5 секунд. Бомба 4, съебались. 3, 2. Отошли милики. И сейчас добьем уже. Юля, смотай босс. Все, босс пошел. Так, частицу на курсе. Центр Келли отводим. Отводи его. В двух кружках вот этих, которые возле ступенек, розовые такие, буду я. Значит, если смотреть отсюда на то место, где мы вошли, в квадрате, короче, Авилания. Бидон в стороне треугольника. Не в самом треугольнике, а в стороне треугольника. Подальше. Сакры тут, на Феникс. Не я озвучу. Озвучишь, Феникс. Яйцо подпустите. Съебались, съебались. Сакру, Авилания. Равист Синхана, Синхан друид инвалида, Хела сам стоит. Меня надо тоже поднять. Вадикон, МВП Ханта. Яйцо выйдет. Не вставай, яйцо сейчас взорвется.
можешь вставать. Захильте лапку, каску присобав, попадж. Холи дринку, массаку. Сейчас контроль будет. Друид инвал. Рависта законтрольте. Если это возможно. Я ему смерть дал. Я его ферну. А, вот. Подожди, еще один дейс. У Керуса есть БР. Все, после этого делайте что-нибудь с ним. Фир по нему. Нормально, стоит просто. Все. Керус, дай иннер в бедо. Может Скарфол дать, и мы охуеем. Да не, нормально. Сколько БРов сейчас? Один, у Керуса. Ну, друида инвалида поднимай, у него есть БР. Друида инвалида поднимай, друид инвалид ханта нахуй. Массакру, массакру, массакру. Да. Заломаныч сам встает. Ну, Феникс отойдут, я уведу в стену. Не откатывается под этот. МВП ханта, уважаемый друид инвалид, подними. Босс сейчас переведется, готовьтесь, фениксов играем. Захильте, захильте, захильте меня, о. Ладно, сам захилю. Контроль. По яйцам командуй. Дал звезду по Фениксу добить. Отбежали, милик. А, блядь, стоп, милик, стоп, стоп, отбежать, отбежать, отбежать. О, нормально, живые, все. А, этого яйцо. Феникса отводи в яйцо. Яйцо сыграл. БЛ продублируйте, попавший. Рано. Второе яйцо добили. И этого Феникса сразу уешься. Не, под, не подводи, не подводи, не подводи. Все. Ревно. Добиваемся. Юля, лови босса. Юля, босс не таунтится. Босс не таунтится теперь. Набирай игру. Глыба. Все, по боссу. Где Юля? Пул рыбав. Гравитация пошла. Разлетели. Сдал массакру. Метка, мне подлетайте. Хила мне подлетайте. Друид инвалид, дай иннер в бидона. Не достаю до Юли, если что. Бля, я до пол рейда не достаю просто. Угу. Если чё, ДЦшник. Падение, одна секунда. Прохил, прохил. Уярьте сильнее. Замонтишь. Авелани, я скажу, дашь массакру, окей? Угу, скажешь. У меня в КД. Блять, иннер бы один в лицо. Яйцо слева. Массакру, массакру, Феникс. Массакру. Нормально, успел. Да, да, да. Глеб, чья ты дочка что-нибудь делает? Полидринка, хильте, у меня ревностный. Сейчас 3 секунды. Яйцо под боссом съебались. Яйцо под боссом. Съебались, съебались. Пизда. Бичи нахуй. Эй, ну такое люди должны сами смотреть тут, блядь. Ну, сейчас будете еще раз хули бить с нуля нахуй. Нормально, рейндж набираем. Мы пока успеваем вроде. Пробуем, но. БР там есть у кого-то? По-моему, нет, в КД. А, все. Че, все-то, блядь? Падение, секунда. Ставь тотем. Холидрин, да нет, да, блядь, дохуя надо сливать еще, блядь. Нормально, нормально. Блядь, просто 5 бичей сдохли, нахуй, в огне, нахуй. Массакра. В дезориентации. Ну, бывает. Ну, у нас, видишь, ДЦ-шник сейвер. Только Феникса забери.
Сервиста можно забрать там или что? Что с ним происходит? Призана убила нахуй. После этой взлетки будет Берсан. Забаблил, походу. Ну, Берса будет на следующей взлете. Нет, на этой. После этой. Это третья. Разве? Ну да. Это третья? Это третья. А, третья. Если это третья, тогда да. Ну, да. Вот, вот она, Берса. Да. Милики, сука. Ну вы тут не первый раз. Ну тут Керос первый раз, нахуй. Яйца, ебать, три огненных. Вы говорили, когда вот объяснял Хлюдринг неправильно? Лужа там, блядь, будет огненная, нахуй. Три ебаных яйца крутятся, нахуй, давайте на полу. Бегите. С них надо съебывать. Я резну. Срезну. Ну ты вовремя сказал. Резну сейчас, шкаф поставит. Да, он всегда на друлях камень, на каждый пол висит. Сколько процентов осталось там? 2%. Еще раз говорю, блядь, три яйца ебаных, нахуй, крутятся, огненных. С них надо съебать. Там ваншот. Там не 50 тысяч, не 100, не миллион, там ваншот. Смерть, нахуй. Ставьте дживса, у кого есть дживс. Я там... Сейчас в этом трайера Виста законтролили, и вроде все файн было. Да, видишь, роги-то у нас нет, чтобы снимать. Ну, не, ну можно контролить, в принципе. Одного кого-то расконтролить проще, а двух можно убивать. Давай двух будем убивать. Вот, Дрависта расконтролили. Ну, типа, хилили, вот такой РДД, а Дрависта Эл бездельничал, он типа... Да, и вообще, там, вообще, давай так подумаем. Вот, убиваем миликов, хантов, всю остальную залупу, короче. Контролить будем друидов. Кота, короче, можно разъебать, он милик. Вот, а сов не убиваем. Вот, Синхана, Фрависта, Вадикона и Друид Инвалида. Потому что совы это БР, их нельзя убивать, это очень важно. И хилов не убиваем. Лока тоже можно не убивать, нахуй, он не разъебет никого. Его можно фернуть. Один лок второго фернет. Главное, мага можно не убивать. Мага тоже ты можно. Глыб... Но маг глыбой должен спасаться. Но он в глыбе постоит там 10 секунд, потом он выйдет с нее, надо будет ему так забивать. Она снимает. Нет, она снимает, она снимает. Там как бабл, блядь, работает. Свои пухи, и снимает контроль. Тульдринг вставай. Тыкаем на сумму. Насчет трех яиц, милики, вот из-за того, что вы в пятером сдохли, нахуй, как бичи, блядь, в боссе стояли, там, 1, 2, 3 нажимали, нахуй, нихуя не смотрели под ноги. Три яйца. Ты рыбу ставил? Нет, еще. Сейчас поставлю. Ставь. Сука, это самое важное. Из-за того, что вы сдохли в пятером, мы не убили босса сейчас. Он легко убивается. БРы, ССы сколько? Вставалки у кого есть? БРы сейчас откатят. У Призана есть бидон. Что у тебя по вставалке? Ты вроде не падал. Есть. Вот хотя бы. Баблы не забывайте. Если в контроль возьмет Авиланию Рарника, баблом среагируйте. А глыба снимает? Глыба, по-моему, тоже, да? Глыба снимает. Вот, просто тоже держи кнопку. Жрём. Сука, что-то холодно. Окно, что ли, открыто, блядь? С отоплением уже выключили. Нихуя, это у вас сколько, блядь? Да, у нас обычно как раз в апреле отключают в середине. Плюс 10 на улице. Витя охуел сегодня с это, с осадков, которые выпали вчера? Он вообще охуел, блядь. Снегопад такой был, пиздец. Ёбаные лужи по колено, нахуй. Я сегодня ехал, когда... Я думал, у меня, блядь, этим льдом, который у меня, блядь, на дороге. Я думал, все колеса продырявлю. Не забывайте, пухи свои оденьте. Сейчас при пуле пропадут. Легендар. Синхан, Рарник, Заломанович, принимайте, блядь, убивать пора. Пиздец. А джерс там есть у кого-нибудь? Давайте быстрее. У меня пульком 13 минут. Все готовы, буду запускать. Это, блядь, давайте еще, нахуй, повнимательнее. Этот самый... Сейчас подожди, нахуй. Значит, вот тут ДЦшник взлетает. Сейчас я хилам поставлю метки, нахуй. Вот тут взлетает Авилания.
и в кресте взлетает бидон. Это расположение хилов. Чтобы вы не сдохли, будьте недалеко от них, блять, пожалуйста. И когда взлетают, хилы вот стоят, не двигаются со их меточкой. Взлетели и над своей меточкой хилят, нахуй. Чтобы вы не сдохли на взлетке, и когда феникс внизу, стойте недалеко от хилов. А особенно от ДЦшника. На кружке ДЦшник стоит. Вот, запускаю. Сейчас все сдохнут. Вокруг ДЦшника залетят. Не, ну, да, блять. Прилетели такие, блядь, луч пустили, чёрные. Окружили, да, 22 человека. Да, ну это как на картинке негры, и эта баба-то белобрысая. Судьба ДЦшника, нахуй. Сука. Один ДЦ и 10 ДК. Там негры такие, нихуя. Плотные, ебо. Плотные. Описание просто пиздец. Ёбану, ну как еще сказать, плотные. Взяты, беги. Милики съебались. Керу. Милики отбежали. Ничему жизнь не учит, а он тебя мог разъебать просто стычкой. Вентилятор. Да, он пинает на 20 метров. Он может автоатаку дать, типа, до пинка. Нет, он в 20 метров, он просто пинает. Пройдет. Не, ну когда пинок, в принципе, нормально, не шотает. Если автоатаку даст... Если ты далеко, он просто тебя пнет, он тебя не ударит. Главное, чтобы автоатака не достал. Сказать, Лёха, пизда, ты дотем, но понял, что это не Лёха. А кто? Да хуй его знает, кто-то за Лёха играет. Тотем... Чмо какое-то. Лепета? А? Да-да-да. Так у Фера 35 метров. А меня цепануло, не, меня цепануло Фером. Как там дебаф этот называется, нахуй? Где он вообще? Он вешается на тебя? Воспламенение или как, нахуй? Воспламенение, да. Ануса. Чаще. Телоникуса. До бомбы 7 секунд. Милики съебались. Бойцовые визжат, нахуй, порося, блядь. Да, заебали орать его. Как же кайфово играть без звука. Что бы вы делали без сока? Смиритесь просто, и все. Ушли быстро, быстро, ушли. РДД в череп играют. Трогайте посох. Спасибо его. Блять, быстренько. Ну-ка проверьте сумку. У кого-то есть с собой масло за квест с Кельданаса острова? На оружие, которое. Быстренько. Нет. Масло, масло. Нет, эмульсия. Нет, эмульсия, да-да-да, эмульсия. Потом, нет. Короче, на следующем КД пойдем. Надо будет, чтобы кто-то взял эмульсию с собой. Не знаю, забыл, нет. Нет. Она, возможно, мажется на пухину. Вот эти... Она не мажется, только что проверил. А? Блять, хуёво. 800 апа, что ли? Только слишком высокого левела. А, блядь, это хуёво, конечно. Все продумано, до мелочей. За рисовки, нахуй, дать масло. Так, кто с энчантом, блять? А ну-ка, быстро мне пушку зачарили.
что, блядь? Я сейчас по кольцам проверю. А это, кстати, прикольная идея, надо будет попробовать. Свитки да. В следующий раз берем. По 2,5. Реально, пушки чарим, так. Зачарили пушки. Кто не зачарил пушку 25 хп? Так, а в комбате можно чарить? Да, фаза вопрос. 5 секунд. Рынжу набрали. Флут оф. Ты сказал, крынжу набрали? А тебе лишь бы крынжу. Бол, помню. Вы там к этому не бегите, к квадрату. О, иди сюда, сейчас въебу. Не похуй сильный. Нихуя. Обдотайте Сангвинара. Идите, бейте бабу. Юлька. Она чуть не встала. Сердце. Ну бывает, чё. Уже 31. Возраст как-никак. Сердце, говорю, блин. Да что-то чуть не убило там. Испугалась. Ну, чуть не встала. Типа не до конца. На полшишки. Сейчас самое сложное будет, когда кель будет у Феникса. До 50% будет тяжело. Дальше легче. Приплоты, блядь, в сумки достаем своим, блядь. Вадикона хит. Пламенение. Ёбаный в рот. Захилил. Охуенный рейндж стоите, блядь, пацаны, нахуй. Бомба, 7 сек. Отошли, милики. Милики, съебали. Да бомба 5 секунд. Отошли уже. Милики, съебали. Я уже в сторону пошли. Юля, лови босса, я в центр. На полу в Юлю дали. Еще отведи. До контроля 25 секунд. Лёха, заанонсишь Феникс. Блять. Ваня, смотри, чтобы я до тебя доставал. Контроль 5 секунд. Старайтесь РДДшников не убивать, кроме контроля. Контроль, дамаг полностью, АВЕ стоп, блин, своё. Свято жми! Ёб твою мать. Массакра, Авилания. Я в дезориентации. Взятого Фероните. Вадикон рез Святоса. Трапу кинул, взятого не бейте. Всё, ну так нет, так вот сейчас что-нибудь выебать. Прохил Святоса. Лапку, каску приставал. Да я его ставил, ханя. Там еще 5 секунд, все взято вышло в контроль. Что там следующий контроль наносите? И Феникс скоро. Контроль 30 секунд. Блять, а можно не во мне в кружке нахуй танчить, да пидора? Ну, блядь, щит мой сбил. Блять, вы заебете, где мне его танчить нахуй? Да нормально. Не слушай слова, он дурак. Я щит проебал. Там Феникс. Массакра, хулидринг. Ну, ПХ далеко было, не мог его щитом.
Сейчас контроль будет. Вообще... Смотрите аккуратно. Контроль 2 секунды. РДД дальше от босса. Войда, не убивайте Войда, не убивайте Войда. Авелания, бабл. Гидеры, говорю, не убивайте. Я фир ему дал, не бейте его. Я его поднял в ветра, там хан бегает. Это ДЦшника. Войд спирита. Синхан МВП ханта. Не уешьте, Авелания убьете. Хирл с хукмастера. С бомб вышли. Захильте хукмастера, МП ханта, забафайте. 1%. Рейд не засчитован. А, все нормально. Слава перевели. Богу. Инра, пока бежит. Пока бежит, бить его, блядь. Инра, пожалуйста. Все друиды. Нормально. Лоб хпшно. Милики отошли, милики отошли, милики отошли. Инра, все, милики в яйцо. Сука, Инра есть нахуй, алло. Залили? Еще у кого-то есть бискады? Нерус. Есть, нет, кому дать. Молодец. Второго разбили быстро. Там милики это... отходим. Отходим. Лол хп, дал бидон. Все, фул в яйцо. Долби, доби это яйцо. Все, потом позиционку вокруг трех меток хилов занимайте. Чтобы МК же больше не будет? В Юлю. Не будет. Все. Для падших дайте геру. Рано. Нормально. И три яйца вот этих крутящихся, сука, милики, не проебите нахуй. Все, взлетка. Набрали рейндж. Авелания, давай массейв. Сейчас? Да. Да. Ну, по-моему, это зря было, ну. По-моему, тоже. Пока рейнджу набирали, лучше могли. Киньте себя, блять. Кружку подлетите, у кого хп мало, или вы сдохнете нахуй. Провист. Сами хил. Риза на хил. Они не могут сами хилиться, только хилы могут хилить воздух. 3 секунды до падения, спускаемся вниз. Блять. Заносишь. Келя, вы приведите обратно. Келя, и встаньте обратно все. У тебя есть массакр? Да. Эй, кружку подбегите, я вас защитую, блять. Нахуй вы туда ушли? Подбегите сюда, я щиты вас накидаю. Просто поставили, не как обычно. Ну чё. Не входите. Так. А, по Инра раздали уже. Не успел засчитывать. Друид инвалида только не достаю. Блять, почему ты там стоишь далеко? Я же до тебя не достаю. Массакра. Холидрин. Феникс. Повезло. Смотрите внимательно, могут яйца появиться сейчас. Друид инвалид, поближе к кружку, пожалуйста. Передислоцируйся. У тебя единственный БР. Взлетка 3 секунды. Яйца появились. Отбежали с яиц. Рейндж. РДДшники. Кто не хочет сдохнуть, ближе к кружочку подлетайте, я щиток дам. И засейвлюсь через поведню. Ну не через хапауэр, плиз, блядь. Да, только не нарушайте рейндж других хилов. Ну сука! Я понял, блядь, что... Друид инвалид. БР МВП ханта. Когда упадем, когда спустимся. Падение 1 секунда. Товарищ. Феникс. Массакра есть, если еще. У тебя есть, да? Хорошо. Я скажу. Ну только там окно маленькое. Это вторая была взлетка. Да. Да? Это пул дамаг. Массакра. Дал. Яйца появились, смотрите аккуратно. Её откинуло. Похуй на яйца, да. Босса бейте. Босса надо бить. Босса хуярьте. Медленно, сильнее. Медленно назад веди. Все, стой, все, стой, тут поебать. Стой тут. Фул, ебать. И баблы, если что, готовьте там, может друг добьем. Сейчас взлетка будет. Бля. Все, найс, добивать. Хорош. Да, бля, заебись. Молодцы. Так, это у нас. О, Вилания, канцелятора четвертый, нет, грудь. У канцелятора. Этому. Ну, канцелятор, да, четвертый. Так. Куда, Лехи? Леха напает на шамане. А, бля. На шамане. Да, я Вилания, я так понял, будет четвертый кусок покупать. Я еще не смотрел, что ли, да.
Че? Паладин, разбойник, да, шаман, да, да. Охотник, ДК, мах, лок. Я не слышу тебя, Глеб. Заберу за своего пала. Так. За какого пала? Какого, ну, пала, бля. Да он накурился, не слушайте. Так. Ну, ворон. Ты мне за вчера закинь еще. А что вчера? Не закидывал. А что мы били? 70 хп гару закинь. Шея нужна кому-то? Я шею заберу. Я да. Не шея имба. Мы пойдем сейчас целка обычно? Надо, заломаныч. Кто, шея? Да. Ну шея нужна мне, да. Я за ГП заберу. Ты когда будешь апродукс на неделе? А чё за сфера такая? Чё такое? Когда будешь апродукс на неделе? 77. Могу понедельник, могу вторник. Хорошо. Атлас холд открой, там зеленая сфера, с нее квестик. Мне шея пиздец, мне эта шея пиздец как нужна. Заебись. Так, кто ты говоришь, ну? Грудак забирает? Канцелятор ГЦ. И... Четвертый, да? Да, на да. ДК который, да. И этот самый Глебу тогда давай, грудак. Да, закидывай. На Вилане, да? Да, я так понял, там четвертый кусок или покупать будет, или еще что-то. Ну, если он, типа, на след КД, ну, не выпадет, Рома не залутает, то да. Меткость, чтобы РП, агильное кольцо. Ой, этот самый хотел урги, ГЦ. Слава, а можно будет твинка своего в гильдию? Подожди, да, все можно. 10 тысяч твинков можно в гильдию завести. А продак, слышишь, поставь по-братски, чтобы портал в шатрат. Так, перчатки, значит, крит хостовые, тканевые, СПДшные. Этот, сейчас покурим 5 минут и пойдем. Че, ТТГ или ГМХМ? Давай ТТГ попроще, побыстрее, я думаю. Давай, да, ТТГ. Да, я так низко, блядь, никогда не был в приоре, наверное. Глеб, Глеб, а я там был. Я а плащ, я там был. Плащ, дух и крит. С СПДшкой. Кому надо? Не знаю, у меня какой там. Квест, я так понял, он сразу в центре сдается. Мне крит хостовый какой-то интереснее. Хуй знает, брать себе, нет? Да, блядь. ДЦшный крит хаст. Так-то можно взять, в принципе, хуй знает. Притон тебе надо, нет? Блять, да, я не да, могу. На аирдроп пойдет, но у тебя сова, как бы. Тебе нахуй пока не надо. Потом, в другой раз. Я хуй за взять себе, нет? Ладно, возьму себе, похуй. А что за хуйня? Почему я шею выбрать не могу? Что это за прикол? Ты ее выберешь только вот там, где я написал тебе в шатрате. В центре. А, ты не можешь ее выбрать именно. Я там не могу, уже. Да, именно в этом релогнись, не могу. Релогнись. Релогнись. Так, что это мы, получается, келли и два босса, это у нас еще 500. Ебать, мы келли убили, я в ахуе. Тогда. Пиздец, первый раз, как будто, что с тобой? Знаешь, да, я думал... Много сложно. Переменных, меньше дамага в любом случае, новые люди, но то есть это все накладывается. Мы потеряли, как бы, на келе это не так сказать. Это самое, 5 минут курим, идите умойтесь там, блядь, что-то мне хуёво. Умойтесь. И это, 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 и